телепатия. Ну, как устроились? Все в порядке, претензий нет? Все окей. С благодарностью по поводу открытия пищеблока. Спасибо. Ну что, нравится? Все нравится. Вкусно. А вы с нами дружить не хотите? Избегаете нас? Что, очень не любите женщин? Не люблю, очень. Это он женщин не любил, пока нашу Веру не встретил. Кать. А, она хотела сказать, что ты найдешь ту единственную, которую Виктор Петрович полюбит. Вряд ли. И вообще, как только в голову вам это пришло. Что? Ну, это, Свах, в наши дни. Не понимаю. Ну и что? Люди ищут друг друга в любые дни. А хотите, я вам хорошую невесту сосватаю? Нет! Тебя догоню. Хорошо. Я долго думал. Я был неправ. Извините. Я многого не понимал. Вы занимаетесь таким благородным и важным делом. Правда? Вы правда поняли? Конечно, правда. Я же сказал вам. Ой, как я рада. Вы знаете, я очень рада. Потому что, наверное, самое главное в жизни – это понять, а может быть, еще важнее – почувствовать. Странно. А я и чувствую. Я хотел вам сказать, Вера Николаевна, вот вы всех сватаете, так? Я этим больше не занимаюсь. Я понимаю. Может быть, я сам сосватаю одного человека? Вы? Ага. Это что же, мужчина-сваха? Да что это может быть любопытно? Попробуйте. Да я как-то не одет для этого случая. Ну ничего, это не страшно, вы же не перед невестой. Ну? Начинайте. Скажите, Вера Николаевна, кто вам больше по душе, блондины или брюнеты? Ой, так вы меня собрались сватать. Ой, жаль пустые хлопоты. Я ведь к мужчинам равнодушна, точно так же, как и вы ко всем женщинам. А я уже не равнодушен. То есть ко всем женщинам равнодушен, кроме одной. Вера Николаевна, я… Нет! Я скажу прямо. Я люблю вас, Вера Николаевна. Нет. Это невозможно. Что с вами, Вера Николаевна? А? Вера Николаевна. Ничего. Я ничего. Мне просто… Мне просто очень не повезло с самого начала. Я перестала ждать. И вот однажды я сказала себе. Нет, Вера, нет. Твое счастье где-то заблудилось. Больше никогда не найдется.
Я перестала надеяться ждать. Как-то стало спокойнее, легче. Не хочу все начинать сначала, потому что это очень больно. Я не хочу. Не хочу. Гроза. Первая. Весенняя. Вера Николаевна, я люблю вас. Я буду вас любить всю жизнь, Вера Николаевна. Поверьте, это правда. Поймите, я ведь... Это невозможно. Это вы? Она. И пирог ее, фирменный. Виктор Петрович, как вы себя чувствуете? Спасибо, Вера Николаевна. Я чувствую себя хорошо. А ваше сердце, оно не болит? Мое сердце не болит. Оно поет. Поет? Что? Не знаю. А вы знаете? Я тоже не знаю. Но, знаете, я все равно очень рада. Хотя я не слышу эту песню. Это очень хорошая песня. Морская. Я вам спою, когда у меня горло пройдет. Ну, что же. Ну, поправляйтесь. А вам больше ничего не нужно? Просите, просите, Виктор Петрович. Просите. Сегодня ваш день. А я и попрошу. Моей женой.